Эй, парни, воркаут школа снова здесь. Сегодня мы опять будем говорить о кольцах, как вы и просили, и попробуем захватить более уже такой высокий уровень, попробовать другую тему. Вместо обычной стойки на кольцах, как на брусьях, и обычной параллельной стойки в планке на кольцах, мы будем делать отжимания. Обычное отжимание с тумбой и отжимания, как на брусьях. Посмотрим технику, посмотрим, на какие мышцы это влияет и чем, допустим, такие отжимания отличаются от отжиманий на полу и на брусьях. Изначально вспомним, какая техника начального положения у нас была, и рассмотрим сразу же, как нужно отжиматься. Изначально подкручиваем таз, локти, блокируем в суставах, чуть-чуть подворачиваем кольцо и протектируем грудь. Смотрим, начальное положение вот такое. Дальше при опускании вниз разворачиваем кольца, как бы упираемся на стропу и проваливаемся. Дальше выжимаем себя и не забываем подрабатывать грудью. Здесь какие важные моменты. Не старайтесь сразу делать разводку. Это не разводка, это обычное отжимание. Разводка делается без заваливания, то есть без разворачивания кольца, без заваливания на стропу. Здесь же мы делаем вот с этой вот небольшой помощью, но все равно кольца дают о себе знать. Вы будете сначала шататься, руки будут стремиться к тому, чтобы разойтись в стороны, и вы должны будете мелкими мышцами-стабилизаторами удерживать это положение. Именно этим отличается обычная работа на полу, обычное отжимание от отжиманий на кольцах. Также здесь вы можете провалиться дальше, тем самым растянуть грудную мышцу больше и просто пропампить грудь. Если вы работаете над горизонтом и хотите усилить свои мышцы с помощью колец, это тоже можно сделать, так как стабилизация плеча очень сильно поможет вам в горизонте. Например, делайте это упражнение, не забывайте о технике протектирования спины не только в конечном положении, но и протекции, точнее, груди, не только в конечном положении, когда руки выпрямлены, но и в конечном положении, когда вы опущены, да, вниз. Тем самым вы больше включите в работу плечо и больше застабилите. Следующее упражнение – это отжимание на кольцах, на брусьях, дипсы, так называемые. Здесь следуем такой же технике, как при обычных отжиманиях, и не забываем о том, что мы уже проработали изначальное положение и пытаемся его сюда включить. Начальное положение – все в себя вжато, грудь напряжена, пресс напряжен. Дальше разворачиваем кольца, опять же немножко приопускаемся на, приоблокачиваемся на стропы, не проваливаем сильно грудь и плечи, до 90 градусов можно чуть пониже. И дальше выжимаем себя и возвращаемся в эту позицию. Опять же, если вы работаете над горизонтом и похожими элементами, очень важно обратить внимание на конечное нижнее и на конечное верхнее положение. Вверху постарайтесь опустить плечо, депрессировать лопатки и включить в работу грудь, мышцы зубчатые и также крылья, то есть максимально закрыть свое тело. Тем самым вы подготавливаете свое тело и кор к выполнению горизонта и всех упражнений, которые делаются горизонтально в принципе. Также не забывайте в нижнем положении далеко не проваливаться, не уходить в суставы, а держать все на связочках. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и дальше будет только больше видео.